Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Manhunt. Ну что, ребята, мы продолжаем. Нам надо тут устроить всякое и не попасться, Потому что в прошлой серии мне не понравилось, как нам с вами чуть не оторвали жопу, причем несколько раз. Так, подождите, а что так тихо-то? Во, все, звук прибавило. Тут прям тихо, прям тишина. Ой, там мужик уже идет, А можно мне взять что-то такое, что я не знаю, что... Так, мужчина, а у вас какая траектория полета? Ага, вы идете так. Там еще один идет. Ну, в принципе, похеру на того. Куда тот пойдет? Вот мне что, вот интересно. Мужик, а, ты просто тут уже стоишь. Хорошо, хорошо. Так, возьму биту в руку. И давай, оборачивайся, пожалуйста. А, не-не-не-не, идет сюда. Да-да-да-да-да, конечно. Тебе прям интересно тут выходить, да? А что ты обратно не пошел? Зачем ты так это сделал-то, мужик? Ну-ка, давай-ка. Да. Опа! Ты что, заорал-то, дурак, что ли? Ребят, а что это он заорал? Все же нормально было. Так. Так, вы меня еще научили таскать трупы. Сказали, Тамара, жми пробел. Но вы мне также сказали, что это особо не очень полезно, поэтому не занимайся этим, но я все-таки попробую заняться. Тут их складывать. Так, все. Мужик, лежи, отдыхай, хотя ты и не встанешь, ты уже на том свете. Так, ладно, а где тут еще один ходил, ребята? Вы помните его? Надо бы сначала осмотреть местность, где они все тут ходят. Бродит, на меня тоску наводит. Так, никого тут нет, но это хорошо. Так, нет, ни хрена хорошего. Так, давайте, короче, выманивать. А, он уже выманился. Он меня заметил чуть-чуть. Чуть-чуть не считается. Чуть-чуть, понимаешь, не считается. Надо полностью увидеть. А, он желтым стал. Так, а этот меня заметит, нет? Вот это вот идет или он меня заметит, нет? Так, пацан, оберись, пожалуйста, обернись, тебя я умоляю, и мы, короче, пойдем. Так, он опять сюда идет. Совершает такую же точности ошибку, как его друган. Ну, что поделать, ну, глупенькие они. Ну, а, он в другую сторону хотя бы пошел, ну, это хорошо. На, тебе сейчас будет пипец. Блин, а что ты двинулся? Я хотела до красненького, а пришлось до желтенького ждать. Так, ладно, все... Так, ребята, давайте пора приманивать. Пора приманивать нашу приманочку. Так, куда нам кинуть кирпич? Лучше бы, знаете, кинуть кирпич так, чтобы попасть ему в голову. В темечко лучше бы попасть, чтобы вообще было бы идеально. Так, тут темно, да? Тут темная зона, да? Нас не увидят. Нас не увидят, нас не догонят. Так, ну-ка. Да-да-да, ты что-то видел, и видел. Видел, иди сюда. Ты что-то видел, я тебе точно говорю, мужик. На! Да-да-да-да-да, тут что-то происходит, иди сюда быстрее. Тут кто-то кипишует. Это же свалка, тут же не может ничего упасть само собой. Где же все, он говорит. Кто это сделал? Где мы два братана? Опа. А-та-та-та-та, какая у тебя челка модная, прям как штрих-код, понимаешь? А я не покажусь, извини. Извини. Я такая, я девушка-загадка, меня надо найти, понимаешь? Ты чё ты кукарекаешь, дурак что ли? Совсем что ли с мозгом что-то не так? О! Это... Вот, ребята, и передерживать называется. Смотрите, передерживал, думал, так красненько додержу. А хер мне. Офигеть, ребята. А, у меня же пистолет есть, подожди-ка. Во, у меня же пистолет есть. Ну, на него тратить такое себе. Ну, умри ты. Ребята, а я подержала специально, я под... О, боже, это было просто прекрасно. Ворота открыты. Спасибо большое. Блин, а их всего трое было, что ли? Я так осторожно шла, ребят. Можно было и не осторожничать. Тьфу ты. Вот, ребят, я чего боялась в прошлой серии. Оказывается, если ждать до красненькой казни, он может обернуться, посмотреть и увидеть меня и надавать мне люлей кулаками. Вот этого я и боялась, ребята, что со мной может это приключиться. Так, это все мое. Так, поэтому, ребята, надо тоже аккуратно, иногда стоит лучше до желтенькой довести, чем до красненькой постоянно. Это нюанс, ребята, будем знать. Так, все, мы... Че ты дышишь так тяжело? Ты что, куришь, что ли? Прям реально как будто накуривает. Тяжело, тяжело, задыхаюсь. Так, тут выход. Ребят, ну мне кажется, это какая-то... Это какой-то наипалово. Нам, скорее всего, туда надо идти. Сейчас скажет, ворота так не откроются. Что думал? Что думал, лысый? Просто так убежишь? Не-не-не-не, хер тебе.
Так, кто-нибудь тут есть? Никого тут нет, только обезболы. Ладно, добегаем, и он сейчас смеется над нами и говорит: ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Он даже смеяться над нами не стал. Он, наверное, подумал, что мы не такой тупой и не будем пытаться выбраться отсюда. Ой, капец, ну как так плохо-то? А, вот, стрелочку показал, типа, иди сюда, лысый. Так, можно идти сюда, а там что? А, там закрытая зона, туда даже нас не пустят, смотрите-ка. Ну все, ребята, обследовали местность. Кстати, на рендере у вас яркости больше, у меня в игре чуть поменьше, чтобы я пообсиралась побольше, я так думаю. Так, здорово, крысенок. Ой, опять ты, толстячочек мой. Че там смотришь, подожди. Ребята, он порнушку смотрит, ни хрена себе, какой важный. Похоже, ему больше нравится смотреть порно, чем заниматься делами. Если он сам не выключит это, то нам придется помочь ему в этом. Ой, да ладно, режиссер, ну пусть смотрит порнушку, что тебе? А, ну у него же контента нет. Если этот смотрит порно и не устраивает тут кипиш, значит он скучный для шоу, его надо убрать. Так, хорошо, ребята, у нас есть всякое, короче. Так, подожди, а я тут пройду? Чё-то сомневаюсь. Так, тут закрыто, хорошо. Подожди-ка. Давай, может тут нажать что-нибудь, нет? Нет, он руками не нажимает, ребят, не хочет. Свистит, ему там нравится, ему там хорошо. Ну, значит, короче, его надо просто выманить, и все, у меня кирпич есть. Ребята, а, у меня есть бутылка. Бутылка. Услышал? Ему похеру, что ли, ребят? Смотрите. Ну-ка. Да ладно, он меня вообще не слышит, ему похрену. Хера он какой, ребят, ему вообще пофигу, что я хочу ему тут сделать. А чё ты такой, подожди. Ну, блин. О! О, вот оно чё. Чё за... Да сколько же раз мне еще менять этот предохранитель? О, блин, у меня переполняет ненависть. Он должен сказать так. Вот так вот. О, блин, как же так? А я-то думала, он просто, знаете, выманится так, бутылочкой или чем-нибудь таким. А что-нибудь у меня есть? А, у меня пистолет, это фигня. Нет, ну это не фигня, я просто хочу что-то вот, что-то более, чем дубинка, понимаете, ребят? Как-то хочется вот ушатать его поприкольней, понимаете? Так, ну-ка, давай, хоть тебя ушатаю, толстенький. Эй, толстячочек. Кстати, почему я толстым всегда устраиваю казнь жестокую, ребят? Я не знаю, почему. Мне так-то нравятся пухляши. Я не знаю, почему в игре я их кошмарю. Не знаю, почему. Эх. Ой, ты мной доволен. Кстати, а я могу поднять толстого? Эй, толстый, дай-ка я тебя поношу. Кстати, а тут... А, нашему главному герою вообще пофигу. Кого носить? Он даже это, даже, знаете, не пукнул от перенапряжения. Ой, подождите. Так, все, ребят, нормально, это с работы просто отвлекли, ничего страшного, все нормально. Опа, все открыл мне, молодец. Кстати, а мы тоже, может быть, посмотрим пикантные картинки? А мы не посмотрим, как мы посмотрим? Мы же все сломали. Эх, ни себе, ни людям, да, Кэш? Кэш, какая у тебя хорошая фамилия, Кэш? Представляете, вот выйдет за него девушка замуж, и у нее будет фамилия, допустим, какая-нибудь Анна Кэш. Вот к любому имени женскому подойдет фамилия Кэш. Вот так вот, ребята, я вам скажу. Ну, прикольно же. Так, а куда идти-то? А, тут сохранение, ребята, давайте сохранимся. Кран, что ты об этом думаешь, Кэш? Что можно сдать его в чермет и получить денежек? И сводить какую-нибудь бабенку на свидание и за раз спустить все деньги. Ребят, не делайте такое. Ваша следующая... Чё, блин? Опять я заговорилась, ребят, опять я вам про жизненную жизу рассказываю и заговариваюсь. Короче, не надо тратить все деньги на бабу, ребят. Это чревато последствиями. А такими, что у вас не будет просто денег. Так, а что мне сказал-то? Что с краном-то делать? Что делать-то? Спрятаться. Спрятаться, это не кран. А, это кран. Так, подожди, а куда мне идти? Так, у меня, короче, зеленая точка, значит, мне туда. Так, а где всякие непонятные личности? Где хулиганы? Где тунеядцы? Мужчины, вы где? Так, мне надо напрячь зрение. Зрение. Я напрягаю и ни хрена не вижу. Подождите, а он меня так не увидит? Нет, увидит. Я же не в синенькой зоне. Хотя, в принципе, мне насрать, потому что он, скорее всего, не пойдет сюда. По одной простой причине ему нечего тут делать. Видите, он такой, а, что было-то? Он обратно пошел, да? Ты обратно пошел, нет? Так, тихо.
Короче, он не может поверить, что такой херней занялся. Говорил ему мама учиться, поступать на вышку, а он, короче, не пошел, и все пошло по накатанной. Вот. Короче, все плохо. Надо мамку слушать, ребят. Мамка херни не посоветует. Как-то так. Видите, ребят, не слушал мамку. Говорил, ой, мамка, я потом выучусь, не пойду я ни в техникум, ни куда, ни в институт. И вот попался. И попался. Вот такая вот у него жизнь. Жестянка, да ну ее в болото, сказал он и помер от моей дубинки. Так, а где, чё, блин? Ой, ребята, тут всякого, всякого. Тут просто, тут столько нычек, ребята. Тут столько нычек. Так, ты запомнил, где я бейсбол? Если что, мне скажешь попозже. Так, мы медленно продвигаемся к своей цели и стараемся не напороться ни на кого. Потому что в пистолете у нас с вами, ну, 6 штучек, а это мало как бы. Это так. Так, я вижу желтую точку. Она ко мне идет, и я к ней иду. Мы вместе идем параллельно друг другу. Мы как две параллельные прямые, никогда не пересечемся. Так, а он пошел обратно. Значит, я сделаю ему сзади приятно. Блин, ребят, я хочу что-то покруче, чем биту. Я хочу вот поприкольней что-то. Что-то я ничего не могу найти. Что-то вот прям вообще как-то, ну... Не... О! А, блин! Ты что обернулся? Ты обернулся посмотреть? Ой, блин! Да я вообще не ожидала такого. Сучонок, ты какой? Смотрите, он меня хватает! На! На, он сейчас меня ушатает. Нет, я не допущу такого. На. На. Добей его. Добивание. Капец, он обернулся, ребят. Я же так хорошо шла. Он взял и обернулся. Кто ему дал оборачиваться? Козел какой. Так, подождите, а где мои таблетки? Тихо. Кто там? Подождите. Так, еще одного столкновения я не выдержу. Хотя у меня пистолет есть, мне так-то насрать. Там он кто-то что-то заорал, типа кто-то меня услышал. Нихера себе, какие они тут ушастые. Иногда ничего не слышат, иногда прям все слышат. Так, мне надо в самолет. Я улечу оттуда. А, вот кто там ходит. Вот кто там ходит. Но мне на него как-то похрену, потому что я пойду за таблетками. Так, бери. Обезболивающие. Обезболивающие. Это то, что мне надо. Кстати, я так до своей цели не могу дойти. Может быть, пойти до цели? Насрать на них всех. А чё нет-то? Ребят, пойду до цели, короче, чё это я? Сначала до цели дойду, а потом все порешаю. Так, это... Хорошее, конечно, хорошее. Хороший план, только будет исполнение говно в моем исполнении. Исполнение в исполнении. А, полная луна, ребят, смотрите, какая романтика. Эх, надо при такой луне идти на свидание, там, пообжиматься со своей любимой второй половинкой. А мы занимаемся темными делами. Мы занимаемся самым главным делом в жизни человека. Это выживание, ребята. Выживание. Выживаем по полной. Так, никого тут нет. Кстати, прожекторы даже меня не палят. Это, кстати, отлично. Это замечательно. Восхитительно. Так. Знаете, что мне хочется, ребят? Найти этого режиссера и ему в жопу запихать вот эту бутылку, чтобы неповадно было такой херней заниматься. Так, а кирпич или бутылка? Нет, давайте кирпич оставим в руке. Мне как-то кирпич больше нравится. Он как-то поприкольней. А может, не совсем. Так, подождите, а я сюда точно не могу никуда зайти? Нет, не могу. Потому что, ребята, у вас-то все светлое здание, а у меня-то оно все темное. Потому что у нас с вами разная цветокоррекция на игре. Вот так вот. Я себе больше хорроров врубила по полной. А вам, чтобы все видно было? Потому что обычно люди жалуются, типа, ой, ничего не видно, что в игре происходит. Подруби яркость, что такое-то? Ты что, не можешь, что ли? Могу и делаю. Так. Я тихо, аккуратно иду к своей зеленой точке. Я могу тут сохраниться. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, точка сохранения, естественно, сохраняем. Питаемый злобой. Меня питает ненависть. Ненависть ко всему. Биг Смоук ко мне проснулся, короче. Возьми канистру. Ко мне обратился Биг Смоук или проснулся во мне. Помните, как GTA San Andreas проходили? Так, ну-ка, бери канистру. О, ребята, канистра, походу, это самое тяжелое. Это самое тяжелое. Это самое тяжелое. Так, а как я с канистрой буду это обороняться? Я, конечно, все понимаю, но что-то я не понимаю. Так, тут что такое? Тут анальгинчик лежит, анальгинчик, пентальгинчик. Ты мне, в принципе, нет, нужен. А, ну я могу поставить, если что, канистру. Могу поставить канистру и... Прекрати, перекрытие выхода немедленно, короче, надаем ему по щам этому гаду. Так, ну-ка. Так, моя канистра, мое богатство. Так, перекрыть все выходы, где они там перекрывать собрались-то? Ребят, вы их видите? Если что, ставим канистру и убегаем быстренько.
Так, мне кажется, съемки в этом фильме нам не дадут много звезд, потому что мы немножко осторожничаем чересчур. Там, так, пацаны там идут. Нам, в принципе, они не нужны. Так, а я могу где-нибудь обойти их? Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, ребят. Поэтому давайте окольными путями спокойно дойдем до нашего крана, который я говорила. Ой, кран, ой, не кран. Ну, что вы хотите? Баба, баба, баба. Не соображаю. Да ладно, шучу просто. Я сначала не поняла, почему зеленая точка мне сюда показывается. А потом как поняла, а потом как все сделала. Так, аккуратно. Так, пофигу, пусть они там ходят, а мы, знаете, тише едем, дальше будем. Так, там показалась какая-то точка. Но мы с канистры идем так хлюпаем, я не знаю. Тихо-тихо-тихо, не ори, не рычи. Не рычи, козел. Так, ну-ка, подожди, положи канистру. Положи канистру и дай ему по лицу. Так, сейчас он тут... Куда он пойдет, ребят? Вот самое главное. Так, крыска, отвлеки, пожалуйста, его. Так, или можно отвлечь его кирпичом. Так, я сейчас посмотрю... Ой, сейчас он меня увидит. Так, он пошел обратно. Так, он смотрит прямо на меня. Не говори мне под руку, сучонок! Не говори мне ничего под руку, понял ты или нет? На! Быстренько, короче, ушатываем. А то сразу я чуть промедлила, и он такой... Ой, чё у тебя, мальчик? Чё у тебя не так, блин? Режиссер, твое дело режиссировать, а не припёздывать мне под руку, понимаешь? Неудобно, неприятно, когда тебе что-то наговаривают, приговаривают. Бери канистру, пошли дальше. Эй! Подожди, что с тобой не так? Эй! Возьми ее так. Возьми. Он застрял у меня в текстуре. Все, ребят, у меня реально чуть-чуть в текстуре застряло, я чуть не офигела, не сказала. Ребята, все, мы дальше не пройдем, что делать-то? Короче, еще опасность, тут мы можем застрять в какой-нибудь текстуре, и будет вообще как бы невесело, если мы это сделаем. Так, аккуратно, ребята, потому что их тут много набежало. Так, я даже не могу приближать зрение, к сожалению. Так, никого тут нет? Никого. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно. Так, аккуратно. Ну-ка. Во-во-во-во. Да, иди туда, там интересно. Там все происходит, всякая фигня. Иди, 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 кирпич там упал. Посмотри. Мало ли что произошло. Это ведь не кирпич, это ведь что-то непонятное. Это сверхъестественное, мужик. Эх, какие недоверчивые. Ой, блин, он сейчас мою канистру увидит. Он сейчас мою канистру увидит, ребят. Еще второй идет, ребята. Их, оказывается, два тут. А чё вы побежали-то? Куда вы? А, вы труп нашли. Ну ладно, похеру. Ладно, похеру, пацаны. Я, конечно, хотела с вами поиграть, но раз вы хотите играть с тем, со своим этим другом-трупаком, то, пожалуйста, я пойду тогда. До свидания. Всего хорошего вам. Чё ты говоришь? Не говори ничего мне под руку. Я ушла. Меня тут нет. Все. А чё, ребят, я хотела их ушатать. Ой, там еще один стоит. Там стоит один. Так, эти две точки, они за мной не побегут, я надеюсь. А то будет фиаско, пацаны. Так, этот, блин, вообще прям не к месту там стоит. Вот прям вообще. Вот прям вообще не к месту ты там стоишь, пацан. Вот прям вообще. А, блин. Эти оранжевые точки, они там... Они бы хоть расслабили булки, а то там... А все, расслабили булки. А мне даже нечего кинуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какая ситуация-то херовая. Я боюсь, что те пробегут, ребят. А может, они прибегут. Так он меня же так не увидит, ребят. Хотя я не в тени. Я не в тени, к сожалению. Но он же не должен за коробками меня увидеть. Ну не должен, гипотетически. Чисто гипотетически не должен. Чисто практически, возможно. Так, сейчас разворачивайся. Все, иди, иди, иди. Там канистра, понимаешь, тут она была, всегда стояла. Все, иди, мужик. Ну, неинтересно тут, все. Да, молодец, мой красавчик. Я сейчас тебя ушатаю немножечко. На, легенькой тебе казни. Потому что мне надо дотащить канистру. Ой. Спасибо, режиссер, что что-то мне там припёздываешь под руку. Мне так вот это помогает, знаешь, жизненно. Так, ребят, ну все, теперь мы аккуратно и быстро заходим и делаем свои грязные дела, которые... Возьмите канистру с бензином использовать. Так, все понятно.
Бензинчика нашли? А значит, и приключения на свой зад тоже нашли. Для того, чтобы забраться в кабину, нажмите... Подожди, а как? Чтобы повернуть стрелку крана, используйте клавишу или мышь. Вы можете раздавить охотников, сбросив на них холодильник, используя кнопку действия. Не забывайте, что... А, понятно. Опа! О, вот понятно, что тут происходит, понятно. Давай. О, вот оно что. Вот оно как. Он меня стреляет. Возьми еще. Так, на, я тебе сейчас холодильником по лицу, на. Да подожди-ка. Они не могут меня выкинуть из крана? На. Ой, зачем я вышла с крана-то? Я не хотела. Я не хотела выходить с крана, ребята. Я не хотела. Но я сразу же сюда залетела. Тихо. Меня нету, 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 нету. Все, ищи меня. Ищи меня, свищи. Меня нету. Все, я в темноте. Меня нету. Понимаешь ты или нет? Нет меня. Нет меня. Я ушел. Я ушел. Все. Нет меня нифига. Тихо. Быстро, быстро. Аккуратно. Мы пойдем сюда. А бейсболы схватим. Все отлично. Так, ребят, нам надо бы ушатать бы двоих чуваков, которые мне очень сильно мешают. Как-то так. Так, подождите-ка, а я все сделала то, что надо было или нет? Или не все? Так, они вроде там остались. Да-да-да-да-да, короче, они там что-то возмущаются. Тихо-тихо-тихо. На! Ребята, хорошо, что вы сейчас помолчали. По-другому бы не получилось. Так, возьми труп. Мало ли, надо будет. Так, давайте кинем его куда-нибудь в темный уголок, чтобы его никто не уволок. Так, блин, главное, меня бы сейчас с работы бы не отвлекали. Было бы все замечательно, все восхитительно. А то игра может свернуться и не потом не развернуться. И будет вообще плохо. Бывает такое, ребята, с ОБСом, что игра потом не от игры зависит. Просто само работы программы такое бывает. Неприятно. Мне бы сохраниться, ребят. Почему меня не хотят сохранить, ребят? Еб твою мать! Никакой команд кэш! Нет! Никакого камон кэш! Я не согласна. Я не согласна. Никакой камон кэш. Я, конечно, могу их расстрелять, но не хочу. Ой, проклятие! Он куда-то исчез, он сказал. А чё так много-то их? Пипец, ребят, их вообще тут целое полчище, блин. А что нам делать-то? А, они над трупом стоят. Вы все-таки его нашли, пацаны? Нашли, походу. Я, походу, пока пойду туда, куда мне надо. Они пусть тут ходят. Потом кого-нибудь выманим. Офигеть, ребят, вот это меня, конечно, прям чуть вот вообще не поймали в силки. Сейчас бы надавали бы мне... арматурины. И, кстати, я напомню вам, сохранения не было. Тут нигде нет кассеты после крана. Может быть, тут есть кассета? Ребят, вы видите кассету? Тут что-нибудь нас сохранит? По-моему, ничего. Вот, сохранение! Угу, коробка с гвоздями. Только коробка с гвоздями. Больше никакого сохранения, ребята. Пипец. Может быть, я не вижу, может, я в глаза долблюсь, нет? Серьезно, сохранения нет, ребята. Ребят, игра стала жестче, вам не кажется, что тут можно продуть очень легко? Так, ладно, они, по крайней мере, куда-то ушли. Если что, мы просто бежим туда, прячемся и пытаемся разделять и властвовать. А, блин, вот это, конечно, подстава была. Так, аккуратно идем. Ну, скорее всего, они все выбежали оттуда. Тут никого, наверное, нет. Во, кассета, 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 срочно. Точка сохранения, сохрани. Сохрани на дороге в ад меня. Тут. Да, спасибо. Фу, блин. Продолжить. Продолжай. Точка сохранена, ребят. Это классно. Так, куда дальше нам? Так, синяя точка нам показывает идти туда. Так, напрягаем свое зрение и понимаем, что... Кто там бегает-то? Вы слышали, как... Вы как раз-таки говорили мне про гравий. Тут кто-то по гравию пробежался. Вам не кажется? Прям так... Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так, тогда я бегать не буду. Я вру. Я буду бегать. Так, тихо, тут обезболы, анальгинчики, пентальгинчики. Так, а где тут кто? Кто свистит?
Но я пока пойду поверху. Наверное, меня не услышат, я так думаю. Кто-то насвистывает. Может быть, кто-то вверху там будет. Так, главное нам не вступать... Двое. Тут их двое. Да, иди сюда. В смысле, Насен? И еще чего? Тут есть много чего. Иди сюда. А ему похеру, что ли? Он не хочет спускаться? Ребят, ему насрать, он не хочет спускаться по лестнице. Какого хрена я его спрошу, почему он не хочет спуститься ко мне по лестнице, ребята? Это что такое-то? На! Иди сюда! А, он не может, что ли, спускаться по лестнице? Да бред какой-то, может. Должен уметь, он же не дурак. Мать, наверное, его в детстве не так сильно роняла, чтобы он не мог это делать. На, блин, хотя бы одного ушатаем. Хорошо, отлично. Тут кто-то еще ж ходил. Так, труп там оставим. Мне кажется, тут никто не ходит. Всем, в принципе, будет пофигу, что тут что-то валяется. Подожди, а там внизу, что ли, тут ходит? А хер его знает, ребят, я уже в панике. Да, тут один ходил, оказывается. А, вот они, смотрите, они у меня как на ладони. Я в выгодной позиции, в принципе, я могла бы их пострелять, но не хочу тратить пистолет, потому что он мне может понадобиться в критической ситуации. Тогда, когда... Мне придется выпутываться из жесткой передряги, ребята. А это еще не жесткая передряга, это так. Это так, это фигня. Это не жесткая. Это просто... Так, мне туда показывают идти. А мне... Ну, я не знаю, давайте ушатаем этих. Они что-то как-то ходят, тут бродят, на меня тоску наводят. Так, ну-ка. Аккуратно, ребята, аккуратно. Аккуратно, идем за одним, потом другого пришатаем. Так, если тут есть обезболы. Куда ты идешь? Далековато, и сюда. Да, это я, обезьянка глупая. О, я не тебя заманивала, дурак! Я не тебя заманивала, дурак! Ой, блин! Я не вас заманивала, дураки! А, тут закрыто. Я не хотела так вас заманивать. Нихера их сколько тут много. Ой, у меня бейсболы тут вот тут вот. А, чё орёте, блин? Чё орёте-то, блин? На! Ой! Тихо! Сейчас убьют, ушатают, умру! Капец. На, умри. Да, умри. Тихо. Да. Мое время, цены, наверное, он говорит так. Типа, ты херней страдаешь, Кэш. Надо убивать по-нормальному, не так, не как ты. Так, все, аккуратно, ребят. Возвращаемся обратно в наш темный уголок, чтобы нас никто не уволок. Чего вы там орете-то, блин? Блин. Так, это вообще кто-то рядом со мной. Так, этот идет сюда. Так, сейчас мы аккуратненько пойдем за ним. Так, он меня не видит. Давай, оборачивайся, пожалуйста, куда-нибудь. Блин, я хоть патроны твои. Тихо, аккуратно. Это просто опасная ситуация. Опаснейшая ситуация. Главное не обосраться. На! Докричался! Меньше слов, больше дела. Мужчину не красят долгие разговоры. Мужчину красят дела. Чё он там орёт? А, вот он. Вот он где. Ребят, ну в принципе мы даже выпутались в такой ситуации. Вот для этого как раз таки нам и нужен был этот гвоздомет. Вот этот. На тебе! Все. А я думала, я могу проскочить мимо них. Все, ворота открылись.
Я наивно полагала, что я могу просто, знаете, пройти, и он мне даст так уйти. Нет, конечно. Наивная я. Так, тут где-то были обезболы. Давайте берем. Это, конечно, вышло не по красоте. Это вышло по-варварски. Это отвратительно, ребят, согласна. Надо больше стелса. Меньше слов, больше стелса, понимаете? Меньше слов... Так, кстати, а насчет меньше слов, больше стелса. А сколько времени прошло? Ёб твою ж... Что это? Тихо, аккуратно. Он меня не увидит, все. Он меня потерял. Что же они такие глазастые стали? Почему они ходят по двое? А, все, они стали желтенькими. Так, а ты куда? Ты пошел обратно. Сейчас тот тоже пойдет обратно. Да-да-да, херовая работа, согласна. Лучше поработать по другому графику. У нас как-то не платят. Вроде бы актеры мы качественные, но нас что-то как-то не очень жалуют. Ёб твою, блин! Пацан, это ты не то, что ты подумал, понимаешь? Это не то, что ты подумал. Это совсем не то, понимаешь? Ты думаешь, тут было убийство? Нет! Это так, это просто, знаешь, прелюдии, просто это предварительные ласки. Не думай, что тут просто было что-то такое, что... Нет, это не то, что ты думаешь. Перестань. Так, где он? А, он вообще от меня... Так, подожди-ка. Я могу перезарядить? Да, могу. Так, а где ты? Так что, мужик, это не то, что ты подумал, это просто мы репетируем, понимаешь? Мы репетируем текст. Я его не сильно убила. Он сейчас встанет, я тебе серьезно говорю, мужик. Ох, твою, блин! Он меня не поверил, он не поверил в мои отмазы, не поверил. Так, ладно, короче, насрать, где он там? На! Достал. Блин, а эту балку можно было отстрелить, чтобы их убить? Мне просто интересно. Может быть, да. Так, ребят, все, мы и так тут задержались. Режиссер будет недоволен. Скажет, ты что, сука, делаешь-то? Ты сейчас у меня выживать не будешь. Так, а бейсболы? А бейсболы, анальгины, пентальгины мне не нужны. Сюда я буду опять садиться или нет? Не надо или нет? Я не думала, что буду работать крановщиком. Так, надо садиться. А у меня канистры нет, нормально? Давай. Все, выходи. Да блин! Возьми холодильник! Возьми холодильник! Отодвинь холодильник! Все, беги! 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 Ран! Ран! А что делать тут? А что делать? А что делать? Подождите-ка! Стоп, подождите-ка! Я же просто насквозь пробежала! А что делать-то? Так, стоп, подождите, сейчас ушатаем этих двух бандитов, наглых с пистолетами. Так, они там остались, что ли? А может мне просто уйти? Сомневаюсь. Нет, наверное, уйти, смотрите, там как раз-таки этот головорез какой-то стоит. Видимо, да, мне надо уйти. Все, ребят, значит, мне надо уйти, все будет нормально. И приятно. Сука! Сука, нет! Нет! Я в эксит. Все. Пронесло, ребята. Пронесло, просто пронесло. Че, опять меня будут бить? Нет, мужики, все, мы это проходили. Пожалуйста, не трогайте меня. Я не хочу, все. У меня и так стресс был сегодня. Ну не надо. Блин, опять этот захват. Опять те обнимашки, я не хочу. Ну, красноглазые черты. Ну че вы серьезно? Ну что вы со мной делаете-то? Две звезды дали, кстати, фетиша. Ничего так. Блин. Иногда, ребята, тут надо рисковать. Да, я ему жратвы! Хватит валять дурака! Да, я ему жратвы! Проклятие, этот парень так воняет! Просто дай ему жратвы! И давай выбираться отсюда! Ха-ха-ха! Чё-то это... Не поняла, что-то... Это хрюшка какая-то? Да хватит меня уже выкидывать. Я хочу закончить актерскую карьеру. Я хочу идти учиться на электрика. Все. Мне надоело. Ну, серьезно. Эх, ребят, наша актерская карьера, наш Оскар, хрен Оскар. Так от нас далеки, как наша нормальная жизнь. Че вы там натачиваете? Дайте хоть мне что-то нормальное. Ой, а что это за костюмы какие-то интересные? Смирно! Слушать внимательно! Вольно! Пришло наше время поучаствовать в шоу и прижать к ногтю этого ублюдка! Боевые псы! Да! Так нечестно! Вы вооружены! Вы военные, красивые, здоровенные! Ну, красивые я бы еще поспорила.
Эти уроды называют себя боевыми псами. Натуральные неудачники кастраты. Тебе необходимо найти кое-какие инструменты. Не спеши и посмотри, что ты можешь раздобыть у этих парней. А бейсбол я могу. Так, ну что, ребята, новые проблемы. Мы все никак не можем выбраться с этой локации. Ну что ж, попробуем сбежать в следующей серии и от военных красивых, здоровенных. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.